Здравствуйте, дорогие внучата! С вами снова Дедушка Мороз! Как обычно, как всегда, еще Новый год не наступил, а я еще тут в студии этого вашего мафиозника-то сижу, тут ролики-то вам записываю, там уже мне студию-то оставил, то сам-то уехал. Я сегодня, ребятушки-то, внучатушки, нашел трейдера вас там в стендофе-то, сейчас вот мы с ним поговорим, посмотрим-то, ну-ка, дед его послушает, что там после Нового года-то, на чем там поднимете-то в голды-то этой, ну, ваш-то, в стендуф 2-то вашем, и этот расскажет нам, как он там трейдится, что он там снимает, тоже какой-то ютубер там вроде как, ну и пообщаемся. Так что, ребятушки, садимся поудобнее, готовим стишочки Дедушке Морозу, а как всегда, как обычно, вам подарочки в этом ролике тоже раздам за хорошие стишочки, ваши там эти QR, эти айдишки там пишите в комментариях, и я все почитаю-то, и чуть кому-то и этот, получается, подарю, только ведите себя хорошо, лайк не забывайте, забудьте лайк, ну, знаете, без подарочка в этом году останетесь. И, ну, в комментарии тоже понятно. Ну, погнали. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, кто такой-то, откуда-то, сколько лет-то? Хорошо ли ты себя вел в этом году? Отлично. Здравствуйте, Дедушка Мороз. Ну-ка, рассказ. Никого не за... Не этот, как вы там называете, не заскамил-то в году-то в этом? Не-не-не. Никого не обижал? И не в прошлом, и не в этом? Ну, а в позапрошлом ты что делал? А позапрошлом меня еще не было. А, на, ты только родился только... Ютуба. А, да, ты тут ютубером-то да. 2 года. Ох, так ты ютубер-то у нас тоже, получается. Ты такой же, как мафиозик, да. Как этот, мафиозик-то, что ли? Как мафиозик, что ли, да. А, ну тогда понятно. Ну, рассказывай-то, это что у тебя тут, Артик, это то канал ты такой, что ли, называется так? Это канал, да. Занимайся стримами. А, ну это ладно, это мы сейчас что-нибудь еще внучатам придумаем, там, ссылочку, может, на тебя оставим, там, подпишут на тебя, там, все, там, тоже подарки не подарим. Так, ну рассказывай, ну показывай давай свой этот... Как это, профиль-то свой-то, вторую вкладку-то это, которая, ну, там, айдит. Да не, это понятно, ты профиль-то свой, покажи, что там у тебя. О, элита, нифига себе. Элита, а чё... ну, так как мы играли, было очень скучно, решили мы слить немножко звание, чтобы немножко было веселее, и начали как бы, ну, поднялся до элитки, да, и слили, дальше там начали... А кому слили-то, сколько налили-то, кому что наливали? А, слили звание. Ну, я понял, а что, зачем сливать-то? Чё, тары другой не было или чё? Чё, много было званий? Для того, или... чтобы на стримах могли участвовать мои подписчики. Играть в момент, потому как высокие звания и низкие звания. А, ты этим-то как это говорится-то эти? Ну, Вова этим стал, да, специально. Всё понятно тогда, ну всё, дедушка понял. Дедушка сейчас тоже тут в ролике-то играл-то эти, как он, напарники-то с совой там какой-то. Тоже, блин, вообще ужас просто вас. Там игроки вообще мощные такие там, внучатки мне там играют. Ну, понятно. Ну, показывай свой инвентарь. Чё там, так это трейдер там какой-то, чё там трейдишь там на чём-то. Может, подписчикам поможет, там что подняться, сколько галды там заработать. Трейдимся конкретно, самый нормальный трейд сейчас на данный момент это на наклейках. Большая часть нормальная, да, наклейки, которые типа можно бы якобы закупиться и подожди, в них подожди. Тут у деда где-то были какие-то наклейки тоже, что-то только найти не могу. А, в смысле в игре-то наклейки? А, все, дед-то уж старт, ёлки-палки, как она придумывает эти стундуферы, блин, игру-то эту, аксельболты там какие-то ваши, болтики какие-то там крутят. Ну понятно, вот это наклейки, да, получается у тебя? Вот это наклейки, да. Ага. Здесь у нас аркановские, легендарные. Это ты там со своими подписчиками на стримах, что ли, делаешь-то? Не, трейдимся сами. А подписчиков не учишь, что ли, своих трейдится? Ну, у нас подписчики как бы прислушиваются, но не все понимают конкретно, как и что надо делать. Ну, а тот мафиозника, тот сейчас мафиозника, подписчики-то тоже по ролику-то посмотрят, там, вы там можете зайти-то проверить, Артика-то на этом канале-то. Слушайте, а название-то канал такой классный, Артик! Ты там где-то возле меня, что ли, сосед, что ли, живешь? Да, где-то там, приблизительно. Ну я потом тебя как обратно вернусь-то на полюс-то, я тебя найду, ну ладно, побазарим. А, пообщаемся, конечно. Вот, ну давай, показывай свои наклейки-то, какие там у тебя, рассказывай. Ну, наклеечки есть, вот, есть как бы арканки небольшие, которые своего рода были небольшие в цене, сейчас, в принципе, понемножку поподымались. Только даже, конечно, сейчас рынок замечательно работает, так как вышло обновление, естественно. О, Кузьмич продает, тоже смотри, наклейку-то, это же Кузьмич-то. Да, ну, понятно. Смотри. Ля, я потом после ролика с ним пообщаюсь, думаю, куда делся Кузьмич, а он на рынок пошел трейдиться. А то, что на рынок скинешь, там эти на рынок-то вышли, новая коллекция, вот, походу, понятно. Ну, ясно. И чё, и сколько у тебя там, ну-ка показывай, какие там эти наклейки-то в инвентаре вообще. Наклеечки-то вот, провинция есть у нас, которая аркановская, зона 9 тоже. Ну, зона 9 она будет нормально стоить, потому как у нее есть свойство переливаться, да, правильно. Господи. Сейчас на данный момент коллекцию наливают, что-то переливают, вы поднимаются, на какой этаж, непонятно, что вы там, ну, понятно. Ну, ясно. Была вот она тоже
300-400 голды. Вот уже поднялась до 500. В принципе, вот так. Я помню, я вспомнил, вот мафиозник, короче, где-то в сентябре или в августе, что-то такое, помню, плакал так громко, что я аж вон где услышал. Наклейку я-то купил, это за 2500, а дурачок-то, и потом что-то все. Стар, чё ж, вы ж, ну чё-то умненькие все. А, деды там это что там, он, понятно. Так, не, дальше. Ну там да, ситуация с наклейками, то, что вот у них есть свойства сначала как бы, которые аркановские, по первому времени как бы они стоили нормально голды. Ну, начиная было тысячи, ну сейчас большая была. Чем там... дальше у нас идут пасы, тем больше как бы они падают. Ну вот начиная это... уже вот... Не, это чернобородый, это за 2500 купил-то, потом через день заходит, говорит, в игру, а она уж 500 стоит. И плакал, говорит, да, Дед Мороз, дай голды. Я ему говорю, во, сам, зарабатывай, пенсия есть, у меня тоже, говорю, пенсия не сильно большая. Ничего, заработал. Ну-ка, дальше, что там, какие там еще наклейки? То есть, на, по-нормальному получается, вот, которые арканки. Арканки сейчас вообще, как бы, очень стрёмно брать, по сути. Ну, потому как они очень сильно в цене попадали. Раньше они начинались от 1000, и, как бы, это сейчас 400, 300 пошло. Ну, типа, вот, есть, есть совет годный, это который взять Shadow Kitsune, они, в принципе, сейчас стоят по 289 голды. Буквально пройдет небольшой промежуток времени, а подниматься до 500, даже больше. Короче. Ну, Дед Мороз, конечно, покупает вот эти вот, как ты говоришь, снахдов китски... Снахдов китсуни. Да, вот я их, получается, куплю, оставлю, на следующий Новый год-то приду и куплю себе новый халат. Ну, в смысле этот, ну, вы поняли, да, ребят, как вот. Ну, то есть заработаю на нем, получается, правильно? Да. О, все, хорошо. Так, что там, видите, дальше, что там у тебя, ниже-то? Ну-ка. Ниже у нас есть... О, Димоны! Димон! Флами! Димон! Это имя, фамилия получается? Ну, понятно. Да, вот, симпатичные, да? Бля, говорю, с Димоном кодируйся, не закодировался. Вот что случилось с Димоном. Ну, понятно. Так, дальше что там? Ну, их особо много не брали из-за того, что вот у них есть как бы наподобие их. Немножко качество, конечно, как говорится, похуже, рарочные, но они, тем не менее, уже имеются. Ну, на данный момент... вообще как нифига На данный момент по цене, допустим, рарка будет стоить намного дороже, чем даже сейчас на рынке стоит дороже, чем эпик. Ничего ты там закупил, ты их миллиард, что ли, там миллион, триллион, там нифига себе, даже так подарков-то с собой-то нет, сколько ты наклеек-то купил. Так, дедушка, идем уже того купим. Закупили-то сегодня их в 10, а они-то уже 15, понимаешь? Вот, 15 молодец, молодец. Наклеечки-то уже почти 6 голды. О, замечательно, не замечательно. Не плохо. Так, и вот и каждый должен. Дальше у нас есть, ну это с предыдущего паса брались, а это амбуши брались, которые тоже, в принципе, брались по 6 голды. Слушай, на мою эту похоже. Сейчас намного больше это, в принципе. На это, да, на мою-то да, похож, что на зиму-то такая, что вылетает, только что-то глаза какие-то у нее что-то злые-то. Ну понятно. О, это вообще что-то. Фонарики. Фонарики, фонарики, да, за них тоже нормально. Что-то с ним случилось не то, ну понятно. Переел, ну, походу, шишек. Переел фонарик. Не, походу, шишек, все понятно. Новый год на него хорошо влиять будет. Так, а что там еще какие наклейки у тебя там ниже есть, покажи-ка, ну-ка. Ниже наклеечки. Ниже давай, показывай. Еще ниже показывай. Что там еще? Ниже у нас еще имеется... Еще ниже. Вот это тигры. Ну-ка. Еще. Это что? Эмпер... Собаки. Собачки. Понятно. Empire Guard. У меня такие две сидят там, ждут меня домой. Еще что там у тебя есть ниже? Показывай. Нифига там у тебя. Так, ниже. Что у нас там еще? Кои тоже брали. Кои тоже, по сути, будет. Будут нормально стоить. Потому как если есть аналог наклейки, допустим, которая как там легендарная, либо эпик, аналог всегда тоже будет в цене. Так же само. Угу, понятно. Так, а еще там что есть? Так была задумана. Что у нас еще есть? Давай сейчас еще посмотрим, что у нас есть. Ниже листаем. Кое-кое. Ну, взяли, конечно, Shadow Kitsune, потому что есть арканка. Ага. И арканка довольно-таки хорошо смотрится. А так как у нас вышел хэллоуинский калашик, который безумно всем зашел, эпик. Ага. То есть на него большую часть сейчас клеят. И очень хорошо смотрится. Ну, это такой более дешевенький вариант, но наклейки тоже будут очень цениться. И, в принципе, они очень хорошо смотрятся. Ага. Так что вот так, наклеечки такие еще? Надо брать. Больше что нет? Что у нас там еще есть? Ну и дальше медальки. А, ну медальки. Ну и там парочку таких медалек, ну, да. Ясно. Так, а ты чё? Там и такой, да, так нормальный. Так а ты вообще-то больше сейчас стример-то или ютубер-то? Больше стример. Больше стример. Стримлю, больше часть провожу с аудиторией, как бы, и стараюсь там помочь им поднять звание в ММ-ке, сделать им какие-то определенные миксы, дуэлечки, чтобы ребятки могли зайти поиграть, насладиться хорошим, как говорится, общением, подарить там нормальное настроение.
также стараюсь помочь голдой, также проходит конкурс на два ножа на канале, так как стукнуло уже 10к и решили сделать для подписчиков конкурс вот на два ножа. Вот это ты молодец, нифига, ты какой хороший там ножи там разыгрываешь. Ну давай, товарищ, у тебя на канале два ножа разыгрывают, а Дед Мороз в этом ролике, вот вы на Арчика подпишитесь, и в этом ролике разыграем 3000 голды. То есть три внучка золотых молодца получат по 1000 голды. Нормально? Отлично. Все. Я думаю, так что, это ребят, будет самый лучший вот подарок. Вот так вот, вот так вот. Вот трейдится, учитесь, карточку заходите. Он там покажет. Ну, смотрите, какие калаши у него красивые. Покажет, научит Роскостом, как он затрейдится. Так что смотрите. Пишем ваши комментарии, как обычно, Дед Морозу. Пишем, что вы на Арчика подписались с вашими коровыми этими айдишками. И мы вам разыграем через этот, как его там... там эйники, бейники, рандомайзер, вот, да. Разыграем трем подписчикам по 1000 голды. А на канале Артика там два ножа, да? Естественно, два ножа отдаваться будет голдой, ну, все вот так, будет классно. Ну, вот подписываемся на канальчик деда, прожимаем по максимуму, да, много лайков, забываем, поддерживаем, чтобы прям все. Мафиозник приедет, у него там уж 300 тысяч будет сразу, вам стрим на 24 часа, как забабахает. Вообще, ребята, вот так вот. Дедушка вам Мороз тут позвал трейдера. Трейдеру спасибо большое. Молодец, помог. Дедушке Морозу тоже. Вот, так что, ребятушки, все. Желаю вам там с наступающим Новым годом. Ведите себя хорошо. Слушайтесь бабушку, маму, дедушку и там всех. Пока-пока.